Я Айрат Карасов, преподаватель училища искусств. Я творческий вызов принял от Гизатуллина Динара. Отдельное спасибо за это. Конечно же, надо поддерживать наших ветеранов культуры. И эта тема очень актуальна в это время. Очень хорошо, что у нас создалась такая организация. Я с удовольствием принимаю в этом участие для того, чтобы поддержать наших ветеранов морально и материально. И с радостью я передаю свою эстафету Хазырову Уралу, студенту 4-го курса, и моему студенту 1-го курса Чингизу Валинурову. И третьим будет мой друг хороший Керамову Руслану Сагитовичу. Всем ветеранам хочется пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни. Всех благ! Thank you.